Друзья, доброе утро! Сегодня у нас знаменательный день. Сегодня наша смс-ка продлилась на час. Стало 3 часа. Значит, мы можем уже нормально съездить на дачу и даже полить свой садик. Только что в небе летала целая стайка стрижей. Как интересно, стрижи городские жители. Они любят целиться где-то вот во всяких расщелинах, домах. А вот ласточки – деревенские жители. О, как они, смотрите, летают. Облюбовали дом правительства. Итак, друзья, доброе утро. Пойдем дадим голубям кусок хлебушка. А вот и львиный зев. Роща рододендрона. Ждем с нетерпением, когда же откроются наши садики. Ну все, друзья, маленькая весенняя зарисовка. Посмотрите, какое чудесное дерево, этот багряник, какой необыкновенный, какая красота. Я бы посадила их побольше. Итак, всего вам доброго, друзья, пока! Друзья, уже прошло 3 дня с того дня, как увеличили время смс-ки номер 2. Сразу прибавилось машин на улице, на улицах, на дорогах. Народу почему-то стало больше. Народ расслабился. Ну, это и к лучшему. Уходит паника, уходит плохое настроение. Мы несем кулек с хлебом, как всегда, и совершаем утреннюю прогулку. Погода сегодня просто замечательная. Мы планируем днем поездку на дачу. Уже поедем более расслабленно, побудем на даче дольше. Замечательный день впереди у нас. Я вам желаю всего самого доброго, друзья, самого хорошего, чтобы никто не болел, и все у всех было хорошо в соответствии с весенней погодой. Как быстро выходит солнце, только что не было его. И посмотрите, уже показалось. Сегодня небо очень красивое. Спиреи полностью распустились и стоят белыми шарами. Вот таинственная роща рододендрона. Их стволы так причудливо изгибаются. Эти фонарные столбы возле дома правительства, по-моему, они не меняли свою форму со времен постройки. У голубей завтрак. Пугнула ворону, но вот она только что, выхватив там из общей кучи сухую корочку, мочила ее вот в этой луже, представляете?
помочила, поболтыхала и, испугавшись меня, улетела. Ну, как красиво с перьями. Еще раз полюбуемся на багряник. И скорее открывайте садики, мы хотим гулять. Это ива.